«Южный оплот». Такое название носит открытый международный турнир по вольной борьбе среди юношей 2007-2008 годов рождения на призы ветеранов вольной борьбы города Пинска. Соревнования прошли 8 декабря на базе спорткомплекса Полесского госуниверситета. В них приняли участие ребята из Беларуси, России и Украины. Этот турнир проводится впервые. Собралась такая команда ветеранов, выпускников нашей школы, которые своим решением приняли проводить данный турнир на призы ветеранов борьбы вольной. Этот турнир планируется проводить традиционно. В этом году сюда приехало 14 команд для участия. На следующий год планируется удвоить как минимум количество участников и команд. И организаторы планируют довести число участников до 500. Сергей Харужий и Сергей Петрович и есть те самые ветераны вольной борьбы города Пинска. Они пытаются поднять данный вид спорта в нашем городе на более высокий уровень. Для участников Южного оплота они приготовили призы, для победителей – денежное вознаграждение. Мы сами отсюда вышли из вольной борьбы. Именно она нас вырастила, воспитала, сделала нас теми, кто мы есть. И мы хотим, чтобы наши дети именно с помощью этого вида спорта становились настоящими мужчинами, чтобы они были сильны духом, достигали своих целей. И будем прикладывать ряд усилий. И сколько сможем, столько и будем это делать. Для деток это будет очень такой хороший, как сказать, стимул для того, чтобы заниматься, что этот спорт родителям показать, чтобы они были готовы бороться не только на ковре, но будут готовы бороться в жизни. Александр Лой, главный судья турнира, подготовил команду города Пинска. Здесь уже есть, хоть и маленькие, но довольно-таки опытные ребята, борются, выигрывают. Они уже прошли многие старты и в Беларуси, и на Украине, то есть... И выигрывали турниры. У нас идет массовый набор малышей, младших юношей на отделение вольной борьбы. И вот мы под них конкретно, на перспективу, стали проводить турнир. Нас поддержали в Республике Беларусь, команды приехали, Украина, Россия. Юные борцы стремятся повышать свой уровень на подобных соревнованиях. Я из Украины. Я уже выиграл. Думаю, следующие схватки получится. Так же самое. Мой друг пошел на борьбу, посоветовал мне тоже пойти. Я пошел, мне понравилось, и я стал ходить на борьбу. Второе место есть на первых соревнованиях. Там несколько третьих, первые еще, такой сильный на первое место. Еще буду стараться на первое. Обладателями почетного трофея стали Ярослав Балук, Роман Кахнович и Евгений Онищук. Второе место у Дениса Савельева и Кирилла Савчука. На третьем Илья Балук, Ярослав Рай и Гумрах Кичалов.